Сергей Мазякин, новый рекордсмен. 429-я шайба в карьере. Обошел он Бориса Петровича Михайлова, который последний раз забивал 14 октября 1980 года в Лужниках ленинградского СКА. Тогда 13-20 СКА победили. И вот Сергей Мазякин переигрывает Скривенса, и все. Он новый рекордсмен. 429-я шайба Мазякина. Ну, вручение, наверное, будет какой-нибудь медали или уже после игры, или памятные шайбы. Ну, просто красавец. Сергей, аплодисменты. Аплодисменты. Мы тут с Сергеем Наильевичем действительно похлопали, прямо вот так, как зрители. Сейчас здесь, на арене «Металлург». Что пауза. Так и должно быть. Овечкин забил 500-ю шайбу. Там на 5 минут матч прервали. Это историческое достижение для советско-российского хоккея.